У нас необычный очень спорточ пришел. Он с мотором 2.0 турбо, 238 сил. Он едет просто как бомба, просто пушка. Поверьте, вам понравится. А 2 литра турбо — это уже известная у них конфигурация. Она ставилась до этого спортаджа и на другие автомобили. По оснащению он близок к X-Line. Бесключевой доступ, старт-стоп, память сидений, полный электропакет. О, смотрите, здесь коврики включены. Вот китайцы очень любят такие коврики, их с удовольствием сюда кладут. Эта машина на английском языке, не на русском. Но посмотрите, какая у нее интересная консоль. Вот, трын-дын-дын, парящая консоль с большой полочкой, беспроводная зарядка для телефона, делаем конфем. Ну, давайте, ладно, уж старт. Короче, здесь стандартная, обычная медиа Sportage, только на английском языке. Ну, все достаточно понятно, интуитивно, в особенности с учетом того, что здесь, смотрите, обогревы и вентиляция сидений, они вынесены на отдельные, пускай виртуальные, но все же крупные достаточно кнопки. Слышите, с пиком. Далее, вот здесь у нас управление зеркалами, управление климатической установкой. Это все связанное с музыкалкой, это выбор режимов движения, электронный ручник автохолд, здоровенная панорама. И здесь, смотрите, у него есть адаптив. У нас адаптив-то идет только в X-Line Plus, насколько я помню, да. То есть вот комплектация, видите, какая, она, можно сказать, что это что-то типа X-Line Plus, наверное, потому что вот у казахских машин, которые были, казахстанских, которые были, по идее, бы нашими, бы, если бы не, было, ну, просто по-другому. Вот такой вариант, смотрите, и вот смотрите еще, какая цена приятная вместе с утилем.